продавец расщедрился и положил, ну, абсолютно, в принципе, ненужную штукенцию. Они на самом деле и там стоят что-то рублей по 7 с доставкой. Это заглушка для разъема для Это заглушка для разъема наушников, да, и дополнительно можно вынимать и использовать как стилус. Ну, не буду я вам про это рассказывать, не столь это интересно. Гораздо интереснее вот. Ребят, я это называю тонкой броней. Почему я это называю броней? Потому что она состоит из двух частей, это двухкомпонентная. Эти shield case, на самом деле за вот этой бумажкой находится круглая пятно белого пластика, которое они покрасили в черный. Как они это покрасили, я не знаю, меня это удивляет, но на самом деле гораздо важнее, что из себя представляет. Представляете, я сейчас так испугался. Это по непонятной причине сработала детская игрушка. Ребят, это страшно может быть, скажем, посреди ночи. Я ее подальше, чтобы она не мешалась. Давайте вернемся к тому, как все это дело надевается. То есть мы берем, надеваем сначала силиконовый бампер. Может быть, он не силиконовый, может быть, он каучуковый, может быть, резиновый, не знаю. Значит, второй частью мы надеваем пластиковую дополнительную защиту. Что ж такое-то? Что у нас получается? Мягкая часть, она амортизирует. Жесткая часть, она спасает от царапин. Я попробовал сначала надеть мягкую часть, потом надеть твердую часть. Получилось у меня плохо. Поэтому я их снова соединяю. И надеваю на Asus Zenfone Max уже в собранном виде. Прохожу по всем углам, все, сидит хорошо. То есть, все как полагается, здесь под динамик, здесь под зарядку, под микрофон, под камеру, под датчик, под вспышку, под наушники. А сбоку кнопки, видите, торчат включение-выключение. И дополнительно, что у него мне нравится. Мне у него нравится то, что вот... Так, ну, давайте сейчас чуть получше надену. Мне у него нравится то, что... Вот эта часть немножко выпирает. И если он будет падать, он будет падать на как раз прорезиненную, или как ее сказать, силиконовую часть. Значит, вот эти кейсы есть разных цветов. Толстая броня, мне, скажу честно, понравилась гораздо меньше, потому что это, ну, более удобно. Да? То есть, толстая она прям, ну, получается кирпич огромный, а здесь мы все равно оставляем ощущение какого-то, ну, просто мощного телефона. Да? В сильной броне не более того. Вполне ее рекомендую, смело покупайте, если у вас там эксплуатация телефона, ну, такая, что прям вот буш-буш-буш, ну, ему достается, эта броня его спасет, защитит. За сим все, ребят, вступайте в группу ВКонтакте, там есть фотообзоры, выкладывайте свои, также участвуйте в розыгрышах, подписывайтесь на канал, ну, и до скорых встреч!